Доброго здоровья! В своей оздоровительной практике я знакомился с очень многими видами воды. Наслышан об их чудесных лечебных свойствах, но наглядного результата не видел. Так, чтобы выпил воды, посмотрел какое-нибудь устройство и понял, как она действует. И вот в этом году в Екатеринбурге на специализированной выставке фестиваля «Здоровый образ жизни Экомир» я познакомился с весьма интересной водой, которая так и называется «Полезная вода». Я воочно убедился, как она действует. Владимир Александрович Ульянов, который демонстрировал на стенде эту воду, предложил мне ее опробовать. Я подумал, ну очередная вода, не более того. Наглядный пример заключался в следующем. Берется капелька крови, рассматривается под микроскопом при большом увеличении, и видно, что эритроциты крови склеены между собой и представляют подобие сложенных в стопку монет, больше похожих на колбаску. А это означает, что кровь течет гораздо хуже по сосудам и доставляет кислород до тканей и клеток. Возникает угнетенное состояние со снижением общего иммунитета организма. И такая картина наблюдается у 85% людей после 30 лет. В крови начинают размножаться вредные микроорганизмы. А так как они являются живыми объектами, то употребляют в пищу то, что съел человек. Особенно они любят есть витамины и аминокислоты, а в ответ вырабатывают что? Правильно, токсины. Вот эти токсины, накапливающиеся с годами, оказывают крайне негативное воздействие на организм. Нарушается работа печени, происходит образование холестериновых бляшек, которые впоследствии закупоривают сосуды, а это заболевание сердечно-сосудистой системы, инфаркты, инсульты, болезни, которые стоят на первом месте в мире и в России, со смертельным исходом в трудоспособном возрасте. После того, как мы выпиваем эту воду, организм насыщается электронами, увеличивается правильный заряд на поверхности эритроцитов, и они отделяются друг от друга. И это происходит через 15 минут. Опять-таки берется капелька крови, рассматривается под микроскопом, и мы видим разъединенные эритроциты, свободно перемещающиеся в кровеносных сосудах. А это означает, что теперь дыхание, питание, очищение и иммунитет тканей и клеток организма восстановились. Итак, на что оказывает влияние полезная вода? В первую очередь нормализуется текучесть плазмы крови, восстанавливается отрицательный заряд на эритроцитах, нормализуется газообмен. Приходит в норму работа головного мозга, восстанавливается функция печени, нейтрализуются холестериновые бляшки, активизируется работа иммунной системы нашего организма. А это означает, что как у мужчин, так и у женщин улучшается ранее угнетенная половая функция. Приходит в норму работа кишечника, повышается физическая активность и выносливость. Улучшается состояние кожи настолько, что у женщин существенно снижается целлюлит. Полезная вода не панацея от всех болезней, а совместно со здоровым образом жизни она служит мощным профилактическим средством от болезней цивилизации и продляет активную жизнь человека на долгие-долгие годы. Это далеко не все, что я хотел рассказать о полезной воде. Свойства ее многогранны, и мы их будем с вами изучать. А я буду рассказывать о том, как они действуют и как их лучше применять, чтобы оставаться здоровыми и активными на долгие годы. С вами был Геннадий Малахов.
До новых встреч!